Жизнь – это больница, где каждый пациент мечтает перебраться на другую кровать. Шарль Бодлер, французский поэт. Здравствуйте, это проект «Деконструкция», и сегодня у нас в гостях научный журналист, врач высшей категории и популяризатор медицины Алексей Валерьевич Водовозов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Кристина. «Шарите» – немецкий драматический сериал, состоящий из трех сезонов. Каждый сезон посвящен работе клиники в знаковые исторические периоды с конца 19 до второй половины 20 века. Первый сезон сериала был снят в 2017 году известным немецким режиссером Зёнке Вортманом для телеканала Das Erste. Широкую известность картина приобрела после размещения на стриминговом сервисе Netflix, который выкупил права на трансляцию первых двух сезонов, разделив их на два отдельных многосерийных фильма «Шарите» и «Шарите на войне». Несмотря на прибавившуюся популярность, сериал все еще остается в тени более известных исторических многосерийных фильмов, размещенных на Netflix. «Шарите» был тепло принят зрителями по всему миру. Средняя оценка сериала на киносайтах составляет около 8 баллов. Сегодня мы с вами обсудим довольно-таки масштабный сериал «Шарите» про историю больницы в Германии. Расскажите нашим зрителям, почему стоит посмотреть и потратить свое время на просмотр этого сериала? Ну, во-первых, это красиво. Да, действительно, снято очень неплохо и в смысле повествования, и в смысле самой картинки. Да? То есть авторы максимально бережно отнеслись к историческому контенту, что встречается просто невероятно редко, особенно по нынешним временам. Но вот они многие вещи очень скрупулезно восстановили. И да, когда смотришь, не вызывает отторжения ни картинка, ни те события, которые там происходят, ни персонажи, ни даже мелочи. Да? То есть очень такое четкое внимание к мелочам. А во-вторых, это интересно. То есть это как раз золотой век Шарите, который примерно там с 1870 по 1917 год, когда там как раз такие мастодонты были, то есть максимум концентрации самых известных личностей не только для немецкой медицины, но и вообще для мировой медицины в том числе. Все, что мы там видим, те события, которые происходят, они огромное влияние оказали на развитие медицинской науки и на ее шаги в последующем. То есть 20 век, он определялся вот именно в это время. В принципе, я так понимаю, что больница Шарите, она была всегда эпицентром различных политических скандалов. И недавние события, которые произошли, опять привлекли внимание прессы. Да. Расскажите вообще ее роль в мировой медицине. Ну, у нее есть достаточно интересная история. Это одна из действительно старейших клиник. У нее есть такая достаточно четкая периодизация до 1810 года и после 1810 года. История начинается с 14 ноября 1709 года, когда прусский король Фридрих I подписал указ о создании чумного дома. Ну, по Европе в то время бродила вторая пандемия чумы, которая началась с черной смерти в XIV веке, и вот до сих пор еще болталась по различным странам и собирала свою жертву. С северо-востока к Пруссии стала подступать чума. И для того, чтобы людей, которые будут страдать этой инфекцией, изолировать от жителей Берлина за его стенами на северо-западе, в современном районе Митте, то есть фактически в центре города по сегодняшним меркам, был создан вот такой вот, ну, чумной барак, можно так его, наверное, назвать, но, скорее всего, нет. Это именно стационар, да, предназначенный для изоляции таких пациентов. К счастью, до Берлина в тот раз чума не добралась, она прошлась по Бранденбургу и вот затормозилась, не дойдя до столицы. И получилось так, что лазарет этот не использовали. Его тогда отдали, что называется, в пользу бедных, то есть его основной клиентурой стали нищие, бродяги, бездомные, проститутки, беременные женщины вне брака, которые забеременели и так далее. То есть такой проблемный достаточно контингент. Это, во-первых. И, во-вторых, это был гарнизонный госпиталь. То есть там еще и военнослужащие, которые несли службу на тех же стенах, например, или на близлежащих постах, они тоже там обслуживались. В 1713 году там появился анатомический театр. И стало понятным, что будет такое небольшое движение в сторону образовательной деятельности. Да? То есть там кого-то будут учить. Ну, для чего еще нужен театр? Для того, чтобы показывать и обучать. И да, действительно, в 1724 году появился медико-хирургический колледж, прообраз современной военно-медицинской академии, уже немецкой.
И да, действительно, там стали обучать военных врачей. Следующий такой значимый шаг — это 1727 год. Уже следующий король, Фридрих Вильгельм I, он повелел превратить вот именно это учреждение из гарнизонного госпиталя в больницу общего профиля, скажем так, то есть чтобы все жители Берлина имели к ней доступ. И да, действительно, началось такое постепенное движение в сторону университетов. Ну, тогда они еще только начали зарождаться, но, тем не менее, некоторые наметки уже появились в то время, примерно тогда же. И появилась еще одна традиция, что первым директором Шарите стал лейб-медик. И вот это потом продолжалось на протяжении там, достаточно большого периода времени, что во главе Шарите всегда вставали какие-то яркие, либо известные личности, либо вот так вот королевские медики и так далее. То есть это сразу статус, совершенно другой статус. И название как раз предложил вот король, да, то есть он на этом акте, да, о создании этой общественной больницы, он на полях написал собственноручно: «Пусть называется Шарите». И «Милосердие», то есть. И вот это начертание Шарите очень долгое время оно оставалось логотипом клиники. То есть именно так, как написал Фридрих Вильгельм I. Уже в современное время оно перешло вот на новую, скажем так, символику, и сегодня логотип немножко по-другому выглядит. А следующий этап, такой достаточно тоже интересный, вот такой знаковый, там практически каждые 100 лет совершаются какие-то погромы и разброды с шатаниями в Шарите. То же самое примерно стало к концу 18 века твориться. Изначально туда все хотели попасть. Почему? Потому что, ну, это было достаточно большое здание, оно такое было квадратное, 48 метров сторона и двухэтажное. На первом этаже жил персонал, на втором были мужские и женские палаты. И что для того времени было редкостью, на каждого пациента была отдельная койка. Плюс там была еда, то есть кормили, да, плюс уход, плюс там собственная пекарня, собственная пивоварня. Ну, в общем, достаточно неплохо. Но по мере того, как коечный фонд исчерпывался, да, емкость коечная исчерпывалась, на одну койку уже приходилось по 2, 3, 4 человека. То есть вы хотите сказать, на одной койке, да, могло лежать 4, да, больных человека? Ну, не 4, конечно, но 2-3 – это было уже за правило. Койки были достаточно большие, поэтому подвинетесь, ничего страшного. Естественно, это не устраивало и сам персонал клиники, и руководство, и пациентов, естественно, тоже. Поэтому пошли жалобы, и уже король того времени, он повелел, значит, создать комиссию и проверить, что там у них. Ну, комиссия приехала, убедилась, что там все еще хуже, чем они предполагали, и начались первые реформы. То есть стали достраивать новые здания. Сначала это было одно, вот это небольшое, квадратное. И на рубеже 18-19 веков началось каменное строительство вокруг. Да? То есть стал образовываться кампус, то, что называется. То есть некая площадь, там, где располагались различные клиники. А в 1801 году Шарите возглавил Кристоф Вильгельм Гуфеланд. Знаковая личность, что для немецкой медицины, что для всей остальной. Очень интересный человек, многогранный, разносторонний, в том числе почетный член различных академий зарубежных, российской в том числе. Он интересен по многим направлениям. Ну, например, он был великолепным организатором. Да? То есть помимо того, что он был лейб-медиком короля, он был прекрасным организатором. Ну, может быть, еще и поэтому его на Шарите поставили. Плюс у него был очень интересный взгляд на образование медиков, то есть как нужно учить медиков. Плюс он был биохакером еще до того, как это стало мейнстримом. То есть он издал книгу в 1796 году, она называется «Макробиотика» или «Искусство продления жизни». Ее можно найти на русском языке, почитать, посмеяться в основном, да, потому что там, конечно, много такого интересного собрано, казуистические различные вещи. Ну вот как он, например, описывал людей, которые такие долгожители прям. Он приезжал куда-нибудь, спрашивал, ему говорили, что вот был такой-то человек, например, там Петр Цартан, венгерский крестьянин, который прожил 185 лет. Гуфеланд так и записывает: жил 185 лет. То есть он не проверял вот эти вещи, он собрал вот этот сборник баек, можно сказать так. И плюс в этих байках, например, появились 8 стаканов воды, вот те самые знаменитые. Они как раз идут оттуда, от Гуфеланда. А откуда взялось? Он у своего коллеги, у главного военного хирурга прусского, ему тогда за 80 было так основательно, он спросил: как тебе удалось
до таких лет дожить, сохранным, замечательным, все остальное. Он сказал, я где-то лет с 30 каждый день пью по 8 стаканов холодной воды. Вот эти стаканы так вот до нас и добрались. Ну, конечно, он очень много сделал еще по организации, как я уже сказал. То есть вот эти все лечения на водах он сделал модными как раз. Он стал выпускать медицинские журналы различные. И в 1796 году в одном из журналов, которому он принадлежал, впервые опубликовался Ганнеман со статьей о гомеопатии. Правда, потом Гуфиланд очень сильно поругался с ним, потому что гомеопатия противоречила научной медицине даже того времени. Вот. Но, тем не менее, он как бы дал ему ход, первая работа появилась там. Так вот, Гуфиланд, он видел Шарите именно как образовательное учреждение. То есть именно для того, чтобы обучать врачей. Ну, в первую очередь, военных, конечно, врачей. И у него взгляд был такой, что нужно учить военного врача у постели больного. Потом, позже, то же самое будет делать Николай Иванович Пирогов в военно-медицинской академии. И в этом он вот вступил в противоречие с основным, скажем, просветителем того времени, немецким Гумбольдтом, который считал, что основное учение должно быть теоретическое. То есть университет — это некая теория. А не практика. Не практика, да. Но Гуфиланд, поскольку был лейб-медиком, у него было влияние, плюс у него была клиника достаточно неплохая, плюс в 1810 году он стал деканом медицинского факультета Берлинского университета, который вот только что был организован, и, естественно, ему все карты в руки. Что называется, он стал перетягивать все вот эти образовательные процессы в клинику, и клиника стала постепенно расширяться. То Шарите стало прирастать. На это потребовалось больше 100 лет. Последнюю, так забегая вперед, последняя клиника от университета переехала в Шарите в 1927 году. И все. То есть это стало университетским центром. В чем были плюсы? То есть зачем он так делал? Что получалось? То есть мы одновременно с теорией мы сразу давали практику. То есть мы давали курс патологии, потом мы приходили в клинику, вот в эту, в Шарите, видели на вскрытии, да, как выглядели умершие люди от тех или иных патологий, и мы все это проверяли. Мы вот эти вот теоретические знания проверяли на практике. Плюс сами студенты, естественно, выполняли различные процедуры, осваивали там и роды принимали, и хирургические вмешательства различные, и так далее, и так далее. То есть это стало центром образовательным. И вот с того времени, да, действительно, она начала набирать обороты. В 1856 году ее возглавил Рудольф Вирхоф, который как раз фигурирует в сериале. К тому времени он уже был достаточно пожилым, ко времени сериала. А тогда он был молодым, полным сил, и как раз в стенах Шарите он сформулировал окончательно клеточную теорию, за что мы его любим и ценим, и так далее. Он был выдающимся патологом, то есть проводил и вскрытие, и показывал все это, как на клеточном уровне все это изменяется, и так далее, и так далее. И да, действительно, вот золотой век, это с 1870 по 1917, половина немецких нобелевских лауреатов по медицине из Шарите. Поэтому можно понять, да, почему такое пристальное внимание и почему так клиникой заинтересовались. В принципе, вот как раз в сериале показан такой опять очередной переходный период. То есть очередной разброд и шатание, очередной погром, очередная комиссия. И, как обычно бывает в конце века, да, туда все это приходит, все это заново начинают делать, клинику полностью перестраивают, добавляют новые здания, и она становится современной, совершенной и так далее, и так далее. То есть у нее начинается абсолютно новая история. Ну, дальше уже идет нацистский период, я думаю, о нем поговорим чуть попозже. Но правильно я понимаю, что в один промежуток времени, в одном и том же месте собрались Роберт Кох, Эмиль Беринг, Паул Эрлих и... И много кто и еще. Много кто еще, да. Да. И это не художественный вымысел, они действительно собрались, да, в одном месте. Да. Это был действительно научный центр. Да, да, это действительно так. У них недостаточно финансирования, у них нет электричества, и Беринг не может найти себе лабораторию для того, чтобы проводить опыты, поскольку он тоже не может найти денег на это все дело. И пока он не обзаводится связями, он эту лабораторию не получает. А кто финансировал Шарите в это время? Это был очень интересный вопрос, потому что, как я уже сказал, каждые 100 лет, да, там проходили некие реформы, пересмотры и все остальное. Изначально, конечно, основной поставщик финансовых средств был королевский двор, то есть королевская казна. Он находился на содержании короля, этот, и в принципе комплекс целиком. Но, как вы понимаете,
монархи там менялись достаточно часто в то время, и как-то так про Шарите забывали. Как только она становилась каким-нибудь центром, да, для чего-нибудь, ну вот как в Золотой век она стала центром превосходства, скажем так, немецкой науки над английской, над французской, над российской и так далее. И да, тогда Вильгельм II выделял очень немаленькие средства как раз на научные исследования. Но тут нужно понимать, да, что это относилось только к Шарите. А к отдельным людям, вот тот же Беринг, да, к моменту того периода, который освещен в сериале, он уже поругался с Кохом. То есть ему нужна была своя лаборатория. Не в Шарите работая, а своя лаборатория. Именно поэтому у него были проблемы с деньгами. У Коха этих проблем не было. Потому что Вильгельм II, даже в сериале этот специальный эпизод показан, что если вы будете, так сказать, давать нам те открытия, которыми будет гордиться немецкая наука, ради бога, все двери открыты в любой момент и прочее, прочее. Но это на исследование, да, а вот на содержание здания, на строительство, на все остальное, это нужны были дополнительные деньги, естественно. Ну, правильно понимаю, у них была платная медицина, потому что наша главная героиня, когда туда попадает, она не может расплатиться за свое лечение, и ее заставляют отрабатывать. Да, но еще, смотрите, такое могло быть. И в коридоре там действительно продолжают ходить бедняки, лечатся бедные люди, потому что богатые люди лечатся на дому. Совершенно верно. Их вызывают на дом. А как лечились тогда совсем бедные люди, которые не могли себе позволить лечение? Ну вот так и лечились. То есть они лечились в Шарите. Это и потом отрабатывали. Да, и потом, например, отрабатывали. Там, в 1883 году вот фон Бисмарк ввел такой прообраз страховой медицины, появились страховые компании, все остальное. То есть это только как раз вот сейчас оно раскручивается, эта история. Появляются страховые компании. И было несколько вариантов. То есть да, можно было попасть туда по страховке, можно было попасть туда за плату, за полную плату, то есть целиком полностью все оплатив. И можно было попасть либо бесплатно, если в рамках учебной программы. Вот опять же, в первой серии это отлично показано, да, что кричит: мы берем в рамках учебной программы, тут ничего не знаю, будет потом оплачивать. То есть один из вариантов, да, это попасть в клинику, ну как сегодня, между прочим, в очень многих странах то же самое, попасть в университетскую клинику можно бесплатно, если вы даете согласие, что за вами будут присматривать студенты, вас будут приходить трогать, да, со всех сторон, там, вести и прочее, прочее. Некоторых это устраивает, такой обмен. А иногда, да, приходилось просто отрабатывать. Там либо кредиты выдавались, то есть если есть возможность оплачивать финансово, да, а если нет работы, если нет жилья, нет возможностей, то да, приходилось отрабатывать. Это вполне себе распространенная практика была. Но я думаю, что сейчас все равно немножко другие условия, когда ты даешь согласие, чтобы тебя щупали студенты. Там все-таки образование медиков и студентов, и их знания стояли выше, я так понимаю, человеческой жизни, потому что в этом амфитеатре нет вообще никаких условий для оперирования, полная антисанитария. Но все равно это был выбор между хоть какой-то надеждой и отсутствием полной надежды. Поэтому люди, в общем-то, даже с удовольствием, как вы видели, да, в сериале неоднократно это показано, что люди готовы на все, лишь бы попасть вот именно в эту университетскую клинику. Почему? Потому что там не только студенты, но там и профессора, да, там и какие-то знаменитые врачи и так далее. И если этот случай вдруг окажется интересным, то вести его будет какая-нибудь знаменитость. То есть это все не просто так. А то, что касается медсестер и то, как главная героиня, она отрабатывает свое лечение. Я так понимаю, что у медсестер не было никакого медицинского образования. Они могли просто прийти с улицы, они мыли полы, вот, таскали, значит, на себе повозки с хлебом и исполняли другие такие обязанности, которые к медицине никакого отношения не имеют. Ну, не совсем так. Все-таки, скажем, что первые сестры милосердия, они появились в 1617 году. Викентий Поль, французский священник, он организовал первую общину. Они назывались дочери милосердия, правда. Но, тем не менее, да, вот эти все сформулированные принципы, они были потом использованы и в общинах сестер милосердия. То есть, да, действительно, изначально это были либо вдовы, либо девицы без медицинского образования, но не монахини. То есть они не должны были давать никаких обетов, ничего, просто они избирали такой способ служения. Да? То есть это один из вариантов их работы, скажем так. А где-то с 1641 года их стали постепенно учить. Ну, потому что, вы понимаете, просто взять человека и использовать его в больнице, все равно нужно объяснить, как осуществлять уход,
как выполнять простейшие процедуры и так далее, и так далее. То есть всему этому надо было учить. И вот с 1641 года во Франции начали учить на сестер милосердия. Потом это все постепенно развивалось, и где-то к русско-турецкой войне появилось уже расслоение. То есть были нянечки и санитарки, если так можно выразиться, и были уже вот будущие медсестры в современном понимании. С той стороны это была Флоренс Найтингейл и ее движение, с нашей стороны был Николай Иванович Пирогов, крестовоздвиженская община, которая была создана великой княгиней Еленой Павловной. И вот этих женщин уже обучали основам медицины. То есть они уже становились действительно, ну, конечно, не ассистентами врачей еще вот в полном понимании, но уже помощниками врачей. И мы видим в сериале, как строят, да, как старшая медсестра строит перед собой весь младший и средний персонал, говоря современным языком. И там есть отдельно люди, которые занимаются хозяйственной деятельностью, и есть отдельно люди, которые занимаются именно той деятельностью, которая связана с медицинскими какими-то навыками. То есть это уже сразу, это разные люди. Поэтому в то время, ну вот к середине, получается, 19 века в Европе было около 16 тысяч сестер милосердия. То есть это уже было такое достаточно оформленное движение, и разделение по различным видам работ, оно было уже тогда. Ну, я правильно понимаю, в это время еще очень сильно религия с медициной переплетается, конечно. И это очень хорошо показано как раз в сериале. Да. Ну, а как без этого? Религия, она была во всех областях жизни, да, и только-только тогда, вернее, вот именно в этот момент начались какие-то такие движения, да, попытки как-то выбраться из-под влияния, а так, естественно, и исследования были под пристальным надзором, да, хотя я понимаю, что врачи совершали богопротивные, скажем так, деяния, вскрывая трупы, например. Долгое время это было запрещено, просто напрямую запрещено, за это могли казнить, например, и так далее. Но постепенно врачи пытались как-то из-под этого выбраться, потому что, как вы понимаете, в то время церковь уже работала скорее как сдерживающий фактор, а не как стимулирующий. Ну, зачастую, к сожалению, так бывало, да, потому что, когда зародился ислам только, он стал таким толчком для развития восточной медицины. И когда в Европе были темные века, на Ближнем Востоке там был просто расцвет всех наук, всех культур, Ибн Сина и прочие-прочие замечательные люди как раз. Но потом, со временем, да, он стал таким своеобразным тормозом для распространения знаний. Вот. То есть религия в то время брала на себя очень много функций, то есть и этическую, и прочие-прочие. Вот все, до чего могло дотянуться, да, она все это пыталась к себе притянуть. Но надо сказать, что создатели сериала не стали показывать прямой конфликт с церковью, да, то есть никаких там таких каких-то противостояний нет, хотя в то время они уже постепенно начали проявляться. Но там споры все равно возникают про волю Божью. Конечно, безусловно, естественно, потому что, как вы понимаете, врачи активно вмешивались в эту самую волю, пытаясь ставить себя на место Бога, ну, по крайней мере, с точки зрения деятелей религии. Ну и получается, наша главная героиня, она попадает в Шарите, отрабатывает нянечкой, и потом хочет получить высшее образование, да. Что не положено для женщины в Германии, потому что там учились только мужчины. И ей пишут рекомендательное письмо, чтобы она уехала в Швейцарию получать образование и учиться на врача. А когда случился тот переломный момент, когда женщины стали получать это образование медицинское, и их начали ценить? И признавать, самое главное. Потому что на самом-то деле женщины в медицине очень давно. Они туда пришли раньше мужчин, скажем так. То есть вот на бытовом уровне, либо, скажем, в акушерском деле. Там мужчин вообще очень-очень-очень долгое время не было. А мы знаем, например, древнеримскую акушерку Аспазию. До нас дошли ее труды. То есть она описывала, как течет беременность, как принимать роды, как ухаживать за новорожденными. То есть до нас она была грамотной, то есть она могла писать, соответственно, и вот эти труды до нас на латыни дошли. Мы знаем, что она существовала такая. Но надо сказать, что это, конечно, все в основном касалось вот именно низшего звена. Да? То есть санитарки, акушерки, медсестры, вот максимум, до которого доходили. Вопрос, конечно, касался врачей. Да, потому что женщины тоже хотели становиться врачами, именно врачами.
С этим были проблемы, да, потому что, как вы понимаете... Потому что женщина не человек. В принципе, ну не то, что не человек, да, но у нее как бы другие функции, да, то есть... Кирха, кухня и все, что положено. Дальше, по крайней мере, в лютеранстве. Да? И преодолеть вот эту несправедливость было очень тяжело. И удалось это сделать только к концу XIX века. То есть только к концу XIX века. Причем, что интересно, первыми, наверное, в этом смысле были наши российские женщины. Потому что если вспомнить вообще, в принципе, кто из женщин первым получил именно медицинскую степень, то, наверное, это все-таки будет Надежда Суслова. Она в 1864 году, а сериал мы начинаем в 1888, то есть это гораздо раньше. Она поехала в Цюрих учиться, как раз 3 года отучилась и в 1867 году защитила степень доктора медицины. Ее признали, то есть она могла практиковать в России, приехать, все остальное. В то же время, например, женщины активно изучали уставы различных медицинских учреждений и искали там лазейки. И вот такая замечательная женщина, Варвара Кашеварова-Руднева, она нашла лазейку в уставе медико-хирургической, ну или военно-медицинской академии, моя альма-матер, и как раз сумела там проучиться 5 лет. И мало того, что она проучилась, она получила золотую медаль, то есть она закончила с отличием. И в 1876 году она защитила степень доктора медицины. Уже у нас, то есть здесь у нас в России. Мало того, в той же военно-медицинской академии, ну, медико-хирургической тогда, было очень мощное движение за образование женщин. Причем возглавляли его Грубер, Сеченов, Боткин и так далее. То есть очень такие известные люди для своего времени. А Сергей Петрович Боткин вообще в первых рядах был. И именно по его инициативе был организован сначала в 1872 году особый женский курс. А в 1876 году он уже стал называться высший женский врачебный курс. То есть это было специальное учреждение, да, ну или специальный курс в рамках военно-медицинской академии, где обучали женщин-врачей. Именно. К концу XIX века в Санкт-Петербурге появился специальный женский медицинский институт, где обучали уже непосредственно лекарскому искусству, да, то есть врачебному искусству, высшее образование. А в Германии, я сейчас скажу, зарегистрированных случаев, вот первый зарегистрированный случай, он относится к Хоуп Леман, и это 1880 год. То есть примерно за 8 лет до событий, которые описаны в сериале. И да, действительно, она тоже училась в Цюрихе. Может быть, это стало прототипом. Но по-настоящему в Германии женщины получили доступ к медицинскому образованию только в 1908 году. А еще касаемо этой главной героини. Она, когда попадает в больницу, у нее острый приступ аппендицита, она практически теряет сознание, кое-как держится на ногах, ей говорят «вставайте в очередь». Правильно я понимаю, тогда понятие скорой медицинской помощи не существовало? Нет, и когда не она существовало. Когда она появилась? Она как раз в стадии формирования. То есть вот это вот понятие, что-то должны быть некие специальные транспортные средства, вот эти знаменитые кареты скорой помощи, да, они реально же кареты были первое время. И вот именно в это время как раз и происходит их формирование. Кстати, в Санкт-Петербурге будет одна из первых служб скорой помощи организована. И в Германии они тоже появятся, но чуть попозже. То есть тогда все-таки было 2 варианта. Если человек богатый, он вызывает врача на дом. Если человек не богатый, он своими ногами, ну там либо на извозчике, либо еще каким-то путем, добирается до клиники общего профиля. А там был такой момент, когда император, у него предполагается, что у него рак горла, и врачи, значит, приходят к нему, и они обсуждают то, что императрица не разрешила его класть на стол, и они его оперировали в кровати. Откуда такие странные предпочтения? Там вообще очень-очень такая длинная и запутанная история с этим будущим Фридрихом III. Начнем с того, что где-то с начала 1887 года, то есть за год до событий сериала, он стал испытывать такое першение в горле и стал садиться голос.
С чем это связано, было не очень понятно. Списывали то на курение, потому что он был заядлым курильщиком, то списывали на напряжение, ему постоянно приходилось выступать, там, разговаривать и так далее. Но, тем не менее, пригласили Карла Герхарта. Это немецкий был специалист как раз по лор-заболеваниям. Он посмотрел и обнаружил на левой голосовой связке кронпринца образование, узелок. И при помощи электрокаутера, они тогда вот как раз появились, он его уничтожил, этот узелок. Процедура малоприятная, скажем так, она и сейчас-то, в общем, требует достаточного обезболивания и всего остального, но кронпринц перенес все это мужественно. К сожалению, возник рецидив. Привлекли тогда Эрнста фон Бергмана, вот как раз он показан в сериале. Он посмотрел и предположил, что это, наверное, все-таки злокачественная опухоль. То есть, наверное, это все-таки рак, и нужно проводить расслоение, да, то есть удалять вот эту вот вещь. И тут вмешался Отто фон Бисмарк. Он сказал, что вот ладно, вы, так сказать, тут какой-то ерундой занимаетесь, а вот в Великобритании я точно знаю, что есть такой выдающийся лор-специалист Маккензи, вот мы его и пригласим. И да, действительно, по его настоянию, Маккензи, он действительно тогда был одним из ведущих мировых лор-специалистов, он приехал, посмотрел, сказал, нет, это не злокачественная опухоль, и давайте в подтверждение сделаем биопсию. Сделали биопсию, ее смотрел Вирхов. То есть это, в то время это был непререкаемый мировой авторитет, он 3 раза смотрел и ни разу не нашел там раковых клеток. И в сериале об этом говорится тоже. Это как раз был уже 3-й его просмотр, да, когда он, я говорю, не вижу ничего. А по настоянию Маккензи и с разрешения хирургического колледжа чета кронпринца уехала в Великобританию. Там они продолжили лечение у Маккензи. И, в общем-то, он им постоянно, что называется, капал на мозг, да, что... Их врачи ничего не понимают в этом заболевании, что они хотели ему удалить там гортань или что-то там разрезать или прочее, прочее. А вот он, замечательный Маккензи, сейчас его вылечит. Достаточно поменять климат, например. Ну вот итальянский климат подходит просто идеально. И чета поехала, значит, туда, по различным городам. В итоге остановились в Сан-Ремо. Об этом тоже в сериале говорится, что оперировали его уже в Сан-Ремо. И вот в Сан-Ремо ему уже поплохело. Это был 1888 год. Как раз заболевание, как вы понимаете, прогрессировало. У него уже начались большие проблемы. И в итоге все-таки Вильгельм, это уже Вильгельм, будущий Вильгельм II, его сын, он приехал в Сан-Ремо, увидел, как отец себя чувствует, и сказал, ну, я, конечно, все понимаю, но давай мы все-таки соберем консилиум из нормальных врачей. Собрали всех специалистов на то время, и Герхард там был, и Бергман там был, и еще некоторые врачи там были, и они практически все в один голос сказали, это рак. То есть без вариантов мы посмотрели, мы пришли к выводу, что его уже, так сказать, видно, и все, нужно что-то с этим делать, либо удалять гортань, либо делать дырку в гортане, трахеостомию, да, чтобы можно было дышать. Ну вот, да, будущая императрица, она, в общем, сопротивлялась этому достаточно активно, и только приступ удушья, который внезапно возник, ночью он, значит, кронпринца сподвинул на то, что все-таки давайте мы сделаем отверстие. Ему сделали отверстие, естественно, он тут же потерял голос. Немедленно, да, то есть он смог дышать, к счастью для него, но, к несчастью, он стал абсолютно немым. При этом умирает его отец, кайзер Вильгельм I, и он становится Фридрихом III, то есть следующим прусским кайзером. Он был правителем всего 99 дней, то есть он известен как 99-дневный кайзер. И, к сожалению, естественно, это заболевание прогрессировало. В 1888 году он умер ближе к концу года, и его сменил его сын Вильгельм II. И этот год, 1888, известен как год 3 кайзеров. Вильгельм I, потом Фридрих III и Вильгельм II, соответственно. К сожалению, наверное, все-таки, да, они слишком прислушивались к Маккензи, нужно было слушать своих местных специалистов. И, кстати, у Герхарда потом появилось такое подозрение, что не исключено, что Маккензи ошибся и взял биопсию не с левой голосовой связки, а с правой. Со здоровой как раз. Со здоровой. И поэтому выдающийся Вирхов ничего не смог найти. В общем, там очень интересная история. Но почему на кровати оперировали? Это ну, же а где неудобно. Еще? Ну а где еще? Это, извините, это кронпринц. И как бы он и его супруга определяет, что будет происходить.
А дальше выкручивайтесь, как хотите. Но они выкрутились. То есть они сделали максимум того, что можно было сделать. Ну, трахеостомия на самом деле это не такая проблемная операция. Ее делают на пляже, там где-нибудь в кабине автомобиля, там или еще где-нибудь. Это такая, это скоропомощная на сегодня операция, военно-полевая, скажем так, или скоропомощная, которая действительно спасает жизни. И вот да, она позволила Фридриху Третьему некоторое время побыть Фридрихом Третьим действительно. Вы говорите, трахеостомия довольно несложная операция, да. А нам показывают в фильме, как один из студентов делает эту операцию, совершенно не понимая, как она делается, и не имея никакого опыта. Правильно ли я понимаю, что студенты, не имея никакой практики, могли спокойно их отправить на какие-то сложнейшие операции, и они, не понимая вообще, что происходит, пытались их оперировать, больных? Ну, учиться-то как-то надо. Вот это и есть учеба в постели больного, как вы понимаете, да. Исключительно так, на тех людях, которые дали согласие, опять же, да, то есть они готовы терпеть все что угодно, лишь бы с них не требовали плату за эту самую клинику. А она была очень-очень даже не маленькой, надо сказать. Поэтому много было этого материала для обучения. И да, действительно, будущий врач ставился вот на несколько ступеней выше, чем пациент этой клиники. Ну, к сожалению, было так. Ключевым заболеванием, вокруг которого строится сериал, является туберкулез. Роберт Кох открыл микобактерию туберкулезис, и в честь которого назвали ее палочка Коха. А дальше он работал над созданием туберкулина, чтобы вылечивать больных этой болезнью. Расскажите, почему она не дала никакого эффекта и препятствовала вообще процессу лечения и выздоровления больного? Это опять же интересная история. Тут начнем с самого Генриха Германа Роберта Коха. Выдающаяся личность, действительно так. И что интересно, да, он тоже получил медицинское образование в Геттингенском университете, но его как-то не прельщала медицинская практика. То есть его прельщала вот именно поиск, да, то есть такой научный поиск. Он уже тогда сложился именно как ученый, ему это было интересно. Но выходов других не было, нужно было, естественно, и защищать степень доктора медицины, да, и проходить практику. И практику он проходил в 1866 году в Шарите. В течение полугода всего-навсего, то есть в очень короткий промежуток, и его учителем был Рудольф Вирхов. И с Вирховым они тогда разругались вдрызг. И вот эти вот напряженные отношения, они показаны в сериале, они остались на всю оставшуюся жизнь, что называется, просто потому, что Кох придерживался микробной теории инфекционных заболеваний. Ее начал развивать Луи Пастер, и Кох ее подхватил. Ему она понравилась, он, в общем-то, ее разделял, все остальное, а Вирхов как раз был противником. Он считал, что все идет от патологии клеток. Он автор клеточной теории. И, к сожалению, зачастую бывает так, да, что выдающиеся умы, они замыкаются внутри своей теории. Поэтому он считал, что нет внешних причин для болезней. Они все внутри человека. Патология клеток, наследственность, туберкулез считался наследственным заболеванием вообще. Почему? Потому что он возникает в семьях. Да, то есть что мы видим? Заболевают семьи. С современной точки зрения мы понимаем, почему. Потому что микобактерия туберкулеза, как раз возбудитель, который открыл Кох, она не просто так в наш организм попадает, ей нужен длительный контакт. Да, то есть нам нужен длительный контакт с заболевшим. Вот просто так на нас чихнут в метро, например, и чтобы мы заразились туберкулезом, ну, это практически нереально. Это все-таки нужен длительный контакт. Это первое. И второе. Есть большая разница между инфицированием микобактерий и заболеванием туберкулеза. Это как ВИЧ и СПИД. Между ними может пройти десятки лет. И инфицированием туберкулеза оно может просто не превратиться в сам туберкулез. Почему? Достаточно просто. Когда мы вдыхаем эту самую микобактерию, она в итоге попадает в верхушки легких. И там, по идее, когда у нас все нормально с иммунитетом, иммунитет ее и закрывает. Вокруг нее создается лейкоцитарный вал, постепенно туда подтаскивают стройматериалы, бетонируют, да, и у нас там образуется кальцификат, то есть уплотнение. И все, она там закрыта, она больше никогда оттуда не выберется. Для нас опасности не существует. Но вдруг, если у нас проблемы с иммунитетом, это что означает? Это означает, например, голод, да, какие-то регулярные другие болезни, там, прочее. То есть вот это мы все вместе складываем, огромные проблемы с иммунитетом, и он не может ее закрыть, эту самую микобактерию, в легких. Она распространяется по всему организму, и вот вам генерализованный туберкулез,
и летальный исход, к сожалению. Тогда это было невероятно распространенной болезнью, люди умирали сотнями тысяч действительно от туберкулеза, и поэтому поиски лекарства, они велись во многих странах, вот в Германии в том числе. И Кох был один из заинтересовавшихся именно поиском инфекционного начала. Вот, то есть он был, ну, первым, можно сказать, наверное, так все-таки, первым, кто заинтересовался именно инфекционным началом туберкулеза. Почему? Потому что у него уже был предыдущий опыт. В 1872 году они с женой осели в Вальштейне, и на день рождения, на 28 лет, жена подарила ему микроскоп. И вот он пропал. Все, Кох стал тем Кохом, которого мы знаем. Да? То есть он перестал быть врачом, он стал микробиологом. Он в этом микроскопе стал рассматривать вот все, что только под руку попадалось, а под руку ему тогда попалась вспышка сибирской язвы. Как раз в Вольштейне, где он там и был. Он все это изучал, выделял, сеял и в итоге открыл бактерию, которая вызывает сибирскую язву. То есть это было его первым открытием именно бактериальным, 1876 год. Благодаря этому открытию он стал известен. То есть у него появились возможности, и в 1880 году его назначили советником в Имперском бюро здравоохранения в Берлине. И вот тогда у него появилась возможность создать свою лабораторию собственную. Она в сериале показана. То есть это вот как раз работа его собственной лаборатории. Он получал финансирование в том числе из монаршей казны, скажем так, и даже в сериале показано, что вот конкретно у Коха проблем с деньгами нет для исследований, для всего остального. Они есть у Беринга, который с ним поссорился, они есть у других исследователей, у Коха проблем нет. И он вплотную занялся туберкулезом, и в 1882 году он открывает микобактерию туберкулеза, то есть ту, что потом назвали палочкой Коха. Вирхов продолжал строить козни различные, но ему мешал на протяжении всей жизни, повторюсь. И он не дал ему выступить на собрании берлинских медиков. Он выступал перед физиологами в 1882 году. И потом была еще и опубликована эта самая лекция как раз об открытии возбудителя туберкулеза. И Кох моментально во всем мире стал знаменит после публикации этой лекции. СМИ тогда уже были, телеграф уже работал, все это было, это все распространилось моментально, да, что открыт возбудитель туберкулеза. Это было настолько, я даже не знаю, с чем это сравнить. Наверное, как в наше время открыли ДНК, да, то, что она вот имеет определенную структуру и так далее. То есть это было такое действительно важное очень открытие для твоего времени. Что интересно, Кох не стал почивать на лаврах, что называется, а он поехал дальше. Он поехал на Ближний Восток, в Индию, и через год открыл возбудителя холеры. То есть вот у него есть три крупнейших открытия. Это сибирская язва, туберкулез и холера. Туберкулезом вплотную он занялся где-то с 1885 года, перед этим поругавшись с Берингом, вообще вдрызг. Это тоже показано в сериале, да, то есть ученики и учителя. Вот эти проблемы, они прям очень хорошо показаны. Это Вирхов и Кох, и Кох, и Беринг. Ненавидели друг друга так, что аж кушать не могли, да. Получалось так, и не работали вместе, и всячески друг другу мешали и так далее. И разошлись они как раз на почве туберкулеза. Потому что Беринг считал, что человек может заразиться туберкулезом от животных через мясо и через молоко. А Кох считал, что нет, все нормально, для человека это безопасно. Прав был Беринг в тот раз. Но, тем не менее, Кох, вы понимаете, суперавторитет, куда без этого деваться, он не мог ошибаться, по крайней мере, некоторое время он так считал. И в 1890 году, опять это показано в сериале, на Всемирном конгрессе медиков в Берлине он выступил и сообщил о том, что он открыл средство против туберкулеза, туберкулин. Ну, в сериале немножко так... Показано, что он такие безответственные заявления делает, да, что мы нашли лекарства и прочее, прочее. Ну, на самом деле нет. Если мы посмотрим публикации, которые есть, и эта лекция записана, и все остальное, он все-таки был очень осторожен в своих оценках. Он говорил, что мы поможем при помощи вот этого средства побороть туберкулез нашему организму. Каким образом? Что отомрут те ткани, которые инфицированы, и человек с кашлем их просто выведет наружу. Это первое, что он сказал. И второе, что он опять же сказал, что, к сожалению, в запущенных случаях это не сработает. Но это для вот таких вот каких-то первичных, скажем так, целей, да, вполне себе пригодится. Это был эффект разорвавшейся бомбы 2.
то есть первое открытие в 1982 году, непосредственно возбудитель, и в 1990-м он сообщил о туберкулине. Это было, опять же, ну не знаю, опять же, даже я даже не знаю, с чем сравнить, может быть, как мы открыли препараты, не знаю, антибиотики, вот примерно так. Но, к сожалению, он ошибся. То есть, да, действительно, это была, по сути, продукты жизнедеятельности этой самой микобактерии туберкулеза, и они были, в общем-то, токсичны для человека. Поэтому, когда их стали вводить в больших дозах, как лекарство, ничего хорошего из этого не получилось. А почему, когда его вводили здоровым людям, с ними ничего не происходило? Как он влиял на здоровый организм? Ну, все-таки здоровый организм, как вы понимаете, он поэтому и здоровый, что он может справиться со многими вещами. И вот с этой с чистыми продуктами жизнедеятельности он все-таки их переваривал, потому что внутри не было бактерий. И им не вводили бактерии. Да, им вводили некоторую дозу токсина, но она не была такой критичной, как в случае с дифтерией, например, которая тоже показана в сериале. Вот. Поэтому человек здоровый с этим справлялся. А человек больной, ослабленный, ему и так плохо. Он и так, так сказать, из последних сил с этой заразой борется, а тут ему еще добавляют сверху. Поэтому, к сожалению, очень много летальных исходов было. И в 1891 году Кох признал, что он ошибся, и отозвал это лекарство, да, то есть сказал, что все, я с ним больше не работаю, я его больше знать не хочу. Но, что интересно, это лекарство потом пригодилось. Как диагностикум. 17 лет спустя, в 1907 году, австрийский педиатр и иммунолог, сначала Перке, Клеменс фон Перке, он при помощи, ну, тогда была распространенная тактика, да, то есть как прививали от оспы тогда, две царапинки, да, и наносится капля вакцины. Здесь он то же самое, две царапинки на плече, и мы наносим каплю туберкулина. И по этой реакции мы видим, заражен человек или нет. И чуть-чуть позже ее модифицировал уже непосредственно Шарль Манту, и мы получили замечательную диагностическую методику, которая использовалась вот вплоть до 21 века, до появления каких-то новых методик, там, ПЦР, прочего-прочего. Да, действительно, туберкулин пригодился, но в другом направлении. Вот вы говорите, что до этого считалось, что туберкулез, он передается по наследству, как да. один из вариантов. А как же вот эти вот истории про то, что туберкулезу можно было заразиться, например, после того занятия анонизмом? Или то, как, например, лечили ртутью, свинцовым сахаром, кровопусканием, все эти болезни? Ну, как вы понимаете, на анонизм тогда много чего списывали. У Гуфиланда в книге прям целая глава. То есть у него есть специальный раздел, где указаны причины заболеваний. Вот анонизм – одна из причин, вообще первопричин всех заболеваний. Можно всем абсолютно заболеть, если этим заниматься. Вот. И если говорить о методах лечения… Записывал потом. Ну уж не знаю, как вы понимаете, это почему-то все это очень так массово. Ну, в первую очередь, конечно, церковь не одобрялась. А потом уже как бы сверху это все накручивали, рассказывали там прочие страшные истории. Были даже специальные иллюстрированные пособия о том, как молодой человек там вот этим занимался, и как он постепенно деградировал, как там у него выпадали зубы, он лысел, еще там что-то ужас какой-то, как посмотришь на все это. Ну, еще раз, мы сейчас, вот на момент сериала, мы видим перерождение медицины. То есть это вот самый стык. Это все еще кровопускание, ртуть, мышьяк и все остальное. Но это уже антисептика, асептика и прочее-прочее. То есть наркоз и так далее. То есть это уже движение в сторону современной медицины. Это как раз то самое перепутье. И медицина сделала правильный выбор, она пошла за остальными науками и стала тем, ну, чем мы ее видим сегодня. А то вы говорите про наркоз, тоже интересный очень вопрос. Там как раз в фильме показано, как Беринг во время операции говорит, что они, в отличие от армии, начали использовать хлороформ в качестве анестезии. Вот. Когда он появился? Ну, надо сказать, что в середине 19 века появился эфирный наркоз сначала. И причем, что интересно, его придумали, скажем так, для стоматологов изначально в Соединенных Штатах. И долгое время с ним ездили по стране, по Соединенным Штатам, в развлекательных целях. То есть просто предлагалось всем желающим, да, побывать в наркозе. Это было такое шоу.
Но потом, вот, когда уже во время Крымской войны его стал применять Пирогов непосредственно в полевых условиях, стало понятно, что это очень даже неплохое пособие для военной медицины, да, потому что когда раненый мечется туда-сюда, да, когда он там пытается что-то сорвать с себя, особенно если он сильный, мощный и так далее, с ним действительно ничего не сделаешь. А здесь он спит себе спокойно, можно оказывать ему пособие любое, да, и там, не знаю, бедро ампутировать, например, или еще там что-то с ним сделать. Но, конечно же, были проблемы, потому что эфир, ну, к сожалению, достаточно токсичное вещество, и очень можно было быстро перебрать с дозой. Ошибиться с дозой, и все. То есть на этом летальный исход. К концу 19 века стали либо применять хлороформ, либо смесь хлороформ с эфиром. То есть пытались найти менее опасный для пациента вариант. И вот, да, Беринг как раз рассказывает о том. Хотя, наверное, все-таки это было не про Беринга, а про Бергмана, потому что он у нас был хирургом в основном, и он занимался разработкой различных методик хирургических операций, и в том числе и асептикой тоже он занимался. Эмиль Беринг, он все-таки был иммунологом, да, человеком, который разрабатывал вакцины, там, сыворотки и прочее, прочее. Скорее всего, это было такое художественное допущение. Конструктивно в деконструкции с Алексеем Водовозовым. За свою 300-летнюю историю университетская больница Шарите взрастила и приютила немало великих умов международного масштаба. Кроме Роберта Коха, Эмиля Беринга, Пауля Эрлиха, Рудольфа Вирхова и Эрнста фон Бергмана, появившихся в сериале, стены больницы знали и других гениев медицины. Так, в свое время в Шарите работали Теодор Бильрут, основоположник абдоминальной хирургии, Эдуард Арнольд Мартин, основатель первой немецкой акушерско-гинекологической школы, Рене Лайнек, основоположник клинико-анатомической диагностики и изобретатель стетоскопа, Симон Палас, известный своими работами по извлечению камня из мочевого пузыря, по трудам о показаниях к кесареву сечению, а также лечению переломов костей и вывихов, Людвиг Траубе, основатель научного измерения температуры в медицине, Эрнст Борис Чейн, лауреат Нобелевской премии 1945 года за открытие пенициллина и его целебного воздействия при различных инфекционных болезнях, Альбрехт Грефе, инициатор создания первого в мире общества глазных врачей, разработавший операцию иридэктомии для лечения глаукомы и предложивший способ удаления катаракты, и многие другие. А вот в начале сериала там был очень такой трогательный момент, когда девушка приходит сделать аборт и говорит о том, что у нее 6 детей, сейчас она родит 7-го, она не сможет их прокормить, она уже лезет на стену, не знает, как дальше жить. И предлагают студентам это сделать. Я правильно понимаю, первые разрешения на аборты появились в 1920-х годах в России, вот, а тогда они были запрещены. И не знаю, врача могли лишить лицензии, если бы он сделал аборт. Но студентам это предлагалось. Ну, смотрите, да, действительно, в Германском уголовном кодексе существовал такой 218-й параграф, с которым боролись и суфражистки, и феминистки, и продвинутые мужчины в том числе, да, он напрямую запрещал аборт, независимо от обстоятельств. То есть просто запрет и уголовная ответственность для обоих сторон. Для обеих сторон, прошу прощения. И, собственно, женщины, которая пошла на нелегальный аборт, и врача, который это провел. Понятно, что врачи в основном не рисковали, ну или старались не рисковать. А студенты, как вы понимаете, у них в голове еще, в общем, достаточно пусто. Плюс такой симптомокомплекс Бога, да, или синдром третьего курса, как можно сегодня назвать, что когда он уже все знает о медицине, он уже все может, все умеет, не исключено, что они из этих соображений, ну и плюс практика. Потому что, как вы понимаете, если аборты запрещены, где практиковаться-то? То есть как понять вообще, как эти хирургические операции проводить? К сожалению, они были опасны, конечно, да, то есть поскольку они проводились, ну, мягко говоря, в не самых стерильных условиях, не самыми опытными людьми, да, и вот это вот лишнее движение кюреткой, оно могло привести к прободению стенки матки, да, то есть к прорыву в брюшную полость. Ну и в то время это, в общем, было практически равносильно смертному приговору, потому что с перитонитами тогда справляться не умели никак. Но, как вы понимаете, женщины опять же на это шли, потому что никаких других вариантов не было. Только в 20-х годах, вот, смотря на Россию, на советскую,
социал-демократическая партия Германии стала в Рейхстаге продвигать идею отмены вот этого 218 параграфа, ну хотя бы, чтобы аборт был легален на первых трех месяцах беременности. И только к 1926 году удалось это дело сдвинуть с мертвой точки. Но в 1930 году выходит папская энциклика о христианском браке, где аборт объявляется убийством, а использование контрацептивов – преступлением против Бога и природы. Соответственно, на этом отлично играют набирающие силы нацисты, и когда они в 1933 году приходят к власти, они запрещают аборты как класс, вообще в принципе. Все. То есть на этом история, к сожалению, для немецких женщин заканчивается и возвращается уже только в поствоенный период. А то, что касается кесарево сечения, которое тоже показано в сериале, я так понимаю, кесарево сечение проводилось еще с древнейших времен. Да. И именно в те моменты, когда уже женщину было не спасти, нужно было спасти плод. Да, именно так. А здесь довольно-таки радужно заканчивается эта операция. Ну, радужно. Радужно, не радужно, да. Но... А каков процент летальных исходов был в это время? В это время все-таки реже встречались успешные исходы. Потому что, опять же, если какие-то осложнения развиваются, например, бактериальные, то это все. Это без всяких вариантов, сепсис и летальный исход. Но и в то время, в общем-то, выбор делался в пользу ребенка. Да? То есть не в пользу матери, а в пользу ребенка. И в основном, конечно, кесарево старались все еще проводить именно тогда, когда была угроза именно смерти матери и потери плода из-за этого. Но надо сказать, что именно тогда начали развиваться новые тактики и ведения таких пациентов, и хирургических операций. В частности, вот этот вот надрез над лобком, такой поперечный, да, он носит имя Пфанненштиля. Это как раз один из немецких акушер-гинекологов, который в том числе некоторое время работал в Шарите. И он разработал новый подход. Тот, который несет минимум, скажем так, опасности и позволяет не заходить в брюшную полость. И я так понимаю, что просто показали, да, как вот эта вот древнейшая, действительно одна из древнейших операций, наверное, наряду с трепанацией черепа, вот такая же древняя, она становилась на современный рельс. А то, как акушерка двигала плод? Вполне нормально. Вполне нормально, да. То есть это нормальное акушерское пособие, то есть так, как оно оказывалось все сотни лет до того, и, что интересно, и после того, да? То есть вот эти все акушерские повороты там, и прочие-прочие манипуляции и с введением рук в матку, и снаружи, и все остальное, это все показано очень четко и правильно. То есть да, действительно так делали. А когда Артур Конан Дойл приезжает в больницу, дабы посмотреть результаты туберкулина и его воздействие на больного человека в надежде на то, что он поможет его жене. Это реальный исторический факт или выдуманный в сериале? Значит, это частично правда, то есть мотивация другая. Но факт был, то есть Конан Дойл реально туда приезжал, в Шарите, он действительно там был. Значит, что произошло? В 1890 году, вот на этом знаменитом конгрессе, Кох выступил со своим громким заявлением о туберкулине. Это все так громыхнуло по всему миру. И обычный врач общей практики в Англии, рядовой достаточно, товарищ Артур Конан Дойл, он прочитал об этом открытии и вот почему-то загорелся именно этим открытием. Он потом в своей автобиографии писал, что я, говорит, в принципе-то как-то не интересовался новостями, но вот это меня задело. Ну, может быть, потому что у него супруга болела туберкулезом, ну и там очень многие болели, на самом деле, в его практике очень многие люди, ничего с этим сделать нельзя было. Но он прям заинтересовался очень сильно. Он поехал в Лондон, обратился к знакомому редактору журнала Review of Reviews, то есть обзор обзоров, написал им небольшую заметку, редактору понравилось. Он сказал, ладно, мы тебя отправим в командировку в Германию, в Берлин. То есть ты поедешь туда на место, посмотришь, как там что, и потом напишешь нам большую статью. Ему, соответственно, выдали командировочное, ему выдали рекомендательное письмо для некоторых берлинцев, таких знатных, да, которые могли бы ему посодействовать. И в ноябре 1890 года он приехал в Берлин. Он приехал в Берлин, первым делом ломанулся, конечно же, в Шарите. Где у вас тут что? Естественно, я хочу посмотреть. И выяснил, что да, действительно, на следующий день будет клинический показ Эрнста фон Бергмана. То есть будет показывать не Кох, а Бергман. И билетов нет.
И вот никак ни за взятку, ни за обещание, ни за увещевание не получить. То есть все раскуплено. Ну, Конан Дойл, что ему остается делать? Он бежит к Коху. Дворецкий его не пускает, потому что, ну как, без доклада, без заранее, так сказать, без договоренностей, какой-то непонятный англичанин ломится к светилу. И потом Конан Дойл написал, что британцу в Берлине проще подцепить палочку Коха, чем самого Коха. Вот. Ну и действительно так и оказалось. Ну что ему делать? Он на следующий день, то есть когда уже была назначена клиническая демонстрация, он еще раз приезжает в Шарите и ловит Бергмана. Просто бросается к нему и говорит: я, говорит, проделал путь в 1000 миль, но неужели не найдется для меня места? А Бергман так его смерил взглядом, вот, и так достаточно высокомерно ответил, что, ну, говорит, одно место есть, мое, хотите, можете его занять. Конан Дойла обсмеяли, естественно, он такой весь обсмеянный, униженный, ушел из клиники, но его потом догнал американский коллега, вот, ну, видимо, сочувствовал, да? Или читал, может быть, потому что за 3 года до этого вышел «Этюд в багровых тонах», то есть первый роман из серии о Шерлоке Холмсе. И, может быть, коллега просто знал, кто это, да, то есть именно не врач, а автор Шерлока Холмса. И он сказал, что я, говорит, все запишу и все вам потом расскажу. И мало того, он еще помог ему попасть в палату, которую ввел фон Бергман, то есть посмотреть пациентов. И Конан Дойл посмотрел. И в журнале Review of Reviews появилась статья в декабре 1890 года, где он сказал, что Кох не прав. То есть это какая-то экспериментальная и абсолютно непроверенная вещь, которая, скорее всего, работать так не будет. Потому что я видел всех пациентов, им плохо, им хуже, им не лучше. И именно в этой статье он тогда высказал мнение, что не исключено, что эта вещь скорее диагностическая, чем терапевтическая. То есть при помощи вот этого дедуктивного метода, который на самом деле это обычный диагностический поиск врача, он уже дошел до этого еще в 1890 году, задолго до Перке и Манту. Ну еще там был забавный момент, когда тоже Конан Дойл обсуждает с Эрлихом про окрашивание крови краской, красителями, да. И что эти красители могли бы помочь Шерлоку Холмсу в поисках убийц, бандитов и так далее. Да. Расскажите вообще про этот опыт Эрлиха, когда он разделил клетки крови с помощью красителей. Да, ну вот это выдумка. То есть вот этого не было. Но это такой художественный прием, который просто позволил эту тему осветить. Потому что, а как еще иначе показать? Ну вот замечательно, через разговор, да, через Холмса, через все остальное, не факт, что Эрлих читал Холмса, да, и знал вообще, кто это такой. Но Эрлих вообще очень интересная фигура, впрочем, как и все из этой истории. Он учился в 3 университетах, он начинал с университета Бреслау, потом еще Лейпциг и Страсбург, но везде слыл редкостным раздолбаем. Его не интересовала клиническая медицина, ему было интересно смотреть микроскоп и заниматься красителями. То есть это вот у него была прям такая страсть еще с достуденческих времен, то есть гистология, по большому счету. У него было очень интересное видение, то есть он мог эти вещи представлять в 3D, то есть уже тогда. И многие вещи предсказывать. То есть предсказывать, как тот или иной краситель будет с теми или иными тканями соприкасаться. И в 25 лет он опубликовал свою первую научную работу как раз по окрашиванию пленок крови. Так это тогда называлось. Ну, мазки. То есть мазки кровяные. Эрлих показал, что существуют разные лейкоциты. Часть из них окрашивается, часть не окрашивается. То, что не окрашивается, мы сегодня знаем как агралонциты или лимфоциты. То, что окрашивается, это, соответственно, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, в зависимости от того, какими конкретно красками они окрашиваются. Вот это вот его работа была основная. То, что это мог потом использовать Холмс, ну, это, опять же, художественный прием, да, просто для того, чтобы зайти на эту тему. Но Эрлих, что интересно, он именно как виртуоз-краситель, он и попал в Шарите. То есть его рекомендовали именно как специалиста по окрашиванию. И Коху он как раз показал, что смотрите, я вот эту вот вашу палочку могу окрасить гораздо более эффективно, чем это делаете вы. И действительно, сегодня применяется модификация Эрлиха для окрашивания возбудителя туберкулеза до сих пор. А, к сожалению, и в сериале этот момент есть, в 1888 году, как раз когда идет сериал, во время экспериментов с микобактерией туберкулеза Эрлих заболевает. Он заражается этой самой микобактерией.
К сожалению, потом приносит ее в семью. У него была уже к тому времени и жена, и две дочери. Он уже был 5 лет женат к тому моменту. И по старой традиции, как тогда лечились, уезжали в сухой, жаркий климат. В Египет. Он уехал на 2 года в Египет. И когда через 2 года вернулся в Берлин, в Шеретае уже все было занято. Никаких мест у него не было, ничего такого. Пока не помог ему Кох, то есть он взял его в свою лабораторию работать, у Эрлиха были большие проблемы. Но вот в лаборатории, да, действительно, он получил такой неплохой толчок для своих научных исследований, и в дальнейшем он занимался исключительно вот, исследованиями по иммунологии, по краскам, да, по, опять же, борьба с сифилисом, это уже потом будет позже, он Сальварсан изобретет. А в 1908 году он получит Нобелевскую премию вместе с Ильей Мечниковым, он ее разделит, именно за работы по иммунитету. Угу. Тут, кстати, практически все, кого не возьми, да, то есть Эмиль фон Беринг, точнее, он сначала Эмиль Беринг просто, в 1901 году он получит первую Нобелевскую премию за свои работы по дифтерии и станет фон Берингом, потому что ему кайзер пожалует дворянство. Потом, кто у нас еще? Роберт Кох, то же самое. Это за работу по туберкулезу, 1905 год, Нобелевская премия. И 1908 год, Нобелевская премия за работу по иммунитету, Эрлих. То есть все вот эти вот фигуранты, они все получат свои высшие научные награды. В сериале этого не показано, но в конце уже, да, когда все заканчивается, рассказывают, что Эрлих действительно открыл лекарство от сифилиса. Да. Расскажите, как он это сделал? Это была очень интересная работа. И там, что интересно, было некоторые открытия внутри этого открытия были построены на ошибках. Но вот гений, да, Эрлиха, он позволил из этой ситуации выбраться, действительно. Значит, что он рассматривал? Он рассматривал красители. То есть он вообще, в принципе, был увлечен этой идеей, да, и он считал, что лекарства против бактерий нужно искать среди красителей. Почему? Потому что раз они обладают адгезивностью, то есть способностью прилипать к каким-то клеткам определенные, может быть, есть такие красители, которые не будут приставать к человеческим клеткам, а будут избирательно вот окрашивать, да, и убивать тем самым бактериальные клетки. И вот эту идею он пытался развивать. Что интересно, изначально у него не получилось, но получилось у его последователя Герхарда Домака. Домак работал на компанию Bayer и уже попозже, 20-30-е годы, и он как раз изобрел пронтазил, ну или стрептоцит, как мы его сегодня знаем, красный стрептоцит, если быть точнее, и он нашел его как раз среди красителей. То есть он следовал заветам Эрлиха, и именно вот это направление оказалось действительно перспективным созданием сульфаниламидов. Но нужно было как-то выкручиваться, да, потому что с красителями не получалось. Они искали, в принципе, болезнь, вернее, средства против не сифилиса сначала, а против сонной болезни, трепаносомоза. И наткнулись совершенно случайно вместе с одним из его ассистентов, Сахаширо Хата, японский исследователь. Они вместе с ним нашли в журнале, в химическом, такой интересный препарат – атоксил. Ну, то есть нетоксичный. Соединение мышьяка. И вроде как оно излечивало от сонной болезни. Они начали его крутить по-всякому, смотреть, и выяснили, что да, ну, конечно, от сонной болезни спасает, а вот зрение при этом забирает. То есть меняет здоровье на зрение. Я понимаю, что, конечно, это для того времени был, ну, относительно неплохой выбор, быть слепым или здоровым, либо зрячим и мертвым, это как бы, да, две большие разницы. Но Эрлиха это не устроило, и он стал искать нетоксичный вариант. И, будучи еще и неплохим химиком, они начали просто перебирать одно за одним эти соединения. Перебирали, и в итоге не дошли пока что до сальварсана, потому что в 1905 году был открыт возбудитель сифилиса, бледная трепанема. И его первооткрыватель сделал ошибку, то есть он сказал, что это родственник вот этой самой трепаносомы. Но с сегодняшней точки зрения мы прекрасно знаем, что это абсолютно разные организмы. Трепаносома простейшая, паразит, а возбудитель сифилиса – это бактерия. То есть они вообще даже рядом не родственники. Но, подумал Эрлих, о, раз они родственники, значит то, что действует на трепаносому, должно убивать и трепанему. То есть атоксил будет работать на сифилис.
И поскольку сифилис тогда был гораздо более актуальной проблемой, чем сонная болезнь, все силы были брошены на сифилис. И вот они перебрали огромное количество соединений, пока не добрались до арсфенамина. Вот он был препаратом 606, то есть шестой в шестой группе. Перебрали, опять же, гигантское количество соединений, и выяснилось, что вот именно этот препарат сначала убивал возбудителя, и только потом в больших дозах носителя. Да? То есть кролики в основном использовались для экспериментов. И подобрали дозу, в которой умирает возбудитель сифилиса, но выживает кролик. И вот это тогда было поводом для выпуска в клиническую практику. И таким образом к 1910 году на рынке появился сальварсан. От латинского «salvare arsenicum», то есть спасительный или спасающий мышьяк. То есть это, по идее, был яд, с одной стороны, а с другой стороны, когда вот его превратили в такое малотоксичное соединение, мы получили первый химиотерапевтический препарат. То есть первый препарат, созданный целенаправленно для химического уничтожения бактерий. Это был невероятный прорыв. Эрлиха потом еще номинировали на Нобелевскую премию за это открытие, но, к сожалению, он успел скончаться к тому времени, и до Нобелевки он до второй, до своей не дожил. К сожалению, одновременно Эрлих открыл и микробную устойчивость. Он выяснил, что если этот препарат давать в недостаточных дозах, то очень быстро возбудитель сифилиса приспосабливается к нему и начинает его поедать в том числе. Поэтому через некоторое время Эрлих создал неосальварсан, и вот это вот как раз уже было хитом, что называется, блокбастером. И, насколько я знаю, на сегодня это один из... Он, по-моему, до сих пор держит рекорд в количестве проданных упаковок. Его пока что никто, даже аспирин его не смог побить. Вот. Настолько был популярный препарат. Ну, один еще из самых величайших открытий, который сделал Беринг, показанный в сериале, он сделал сыворотку от дифтерии, да. Чем спас огромное количество людей. А изначально он проводит опыт на кроликах, и он не удался, потому что, как он говорит, что дифтерия не любит холод. Так. Да, это какое-то художественное хулиганство, да, потому что, скорее всего, такого не было. Но некоторые моменты были, да. Тут нужно, опять же, откатиться назад, потому что, как вы понимаете, дифтерию изучали многие. И если уж говорить о людях, которые внесли наибольший вклад, то, наверное, нужно начинать с Фридриха Лёфлера, немецкого исследователя, который открыл коренебактерию дифтерии, то есть возбудителя непосредственно. Это был 1884 год. И сам Лёфлер, он не смог выяснить, почему же бактерия обладает такими особенностями. Какими? Она размножалась только вот в определенных точках. Например, на миндалинах у человека. Или вот если кролику тому же вводили этот препарат, да, то есть сами бактерии, они оставались в коже и никуда по организму не распространялись. Массово не размножались. А как тогда возникает болезнь? И почему тогда человек умирает? То есть что происходит? Лёфлер предположил, что, наверное, это токсин. И вот, говорит, кто его откроет, будет просто великим человеком. Великим человеком оказался Эмиль Ру, коллега, наверное, так, Луи Пастера, который вместе с ним работал, и который, да, действительно продолжил дело Лёфлера. И он выделил этот самый токсин. И вот тут, да, и тут была ошибка, одна из ошибок, которую они сделали. У экспериментальных животных они долгое время не могли получить токсин. То есть они вот вроде бы ввели эту палочку, а отдачи никакой. А оказалось, что коренебактерии нужно некоторое время на то, чтобы выработать достаточную дозу токсина. Только тогда это можно собирать. И преодолев эту ошибку, он действительно получил чистый токсин. После этого он его вводит экспериментальным животным, и у них развивается клиническая картина дифтерии. То есть таким образом в 1888 году Эмиль Ру показал, что да, действительно, главную роль играет токсин. А вот следующим уже был Беринг. То есть он был третьим в этой истории. И он уже искал антитоксин. То есть Ру открыл токсин, а Беринг — антитоксин. Он вводил этот токсин непосредственно лабораторным животным, и полагал, что в их крови будет развиваться некое противоядие. Ну, сегодня мы это знаем, что это антитоксические антитела. Ну, тогда этого еще не знали, просто называли антитоксином. И в 1891 году, в рождественскую ночь,
первая партия безнадежно больных детей получила сыворотку Беринга. Ну, сработала для того времени, она идеальна, конечно, но для Беринга это было не достижением. Он так для себя посчитал, да, что ну, всего-навсего в половину стало меньше летальности. А надо бы от этого избавиться совсем. А ему помог Эрлих, потому что он подсказал ему очень интересную идею, что, ну смотри, вот там лошадь, она тоже есть в сериале, что вводят лошади этот самый токсин. Лошадь огромная, она вырабатывает нужное количество антител, как мы сегодня знаем, да, и нужно просто ее повторно иммунизировать несколько раз. Если мы 2-3 раза этот самый токсин введем, образуется большее количество антител. Он станет более концентрированным, этот антитоксин. И мы сможем эту сыворотку, да, действительно использовать уже в терапевтических целях. И действительно, после подсказок Эрлиха у Беринга это дело пошло. И надо сказать, что премию, то есть первую Нобелевскую премию ему дали как раз вот в 1901 году. Совсем вот небольшой промежуток получился между открытием и вручением премии. И на вручении премии во время Нобелевской лекции он упомянул и Лёфлера, и Ру. То есть он сказал, если бы не эти два человека, я бы ничего не открыл. То есть они вполне, так сказать, достойны того, чтобы разделить эту награду со мной. Но идея делить премию появилась позже, значительно позже. А так, по идее, можно было дать всем трем. То есть устав премии это разрешает. Сегодня дают трем человекам и без всяких проблем. Вот тогда, в 1901-м, могли дать вот этим трем товарищам. Но дали одному Берингу, который был конечным в этой цепочке. Что интересно, он сделал еще одно открытие, которое могло бы ему принести Нобелевку. Но опять же, он, к сожалению, опять скончался. У нас практически все, вот почему я говорю, золотой год где-то 17-м годом, золотой век заканчивается 17-м годом, к тому времени все умерли. И Беринг, и Эрлих, и Кох, и все. То есть никого уже не осталось из этих столпов. Но в самом начале Первой мировой войны Беринг сделал еще одно выдающееся открытие. Он продолжал работать над серотерапией и разработал такое же средство против столбняка. А столбняк, как вы понимаете, это при ранениях, да, то есть во время войны солдаты от столбняка гибли просто невероятными количествами, и он спас невероятное количество жизней. Что интересно, по образованию он был военным медиком, единственный во всей вот этой когорте, и мы иногда в сериале его видим в форме. Он военный медик по образованию. Но в боевых действиях он никогда не участвовал. И тем не менее он был, ну, чуть ли не единственным, по-моему, на то время военным медиком, который получил Железный крест. А Железный крест дается только за подвиги во время боев, то есть именно за боевые заслуги. Но Берингу дали за то, что он спас вот сотни тысяч солдатских жизней при помощи сыворотки от столбняка. А там еще есть такая сцена, где Беринг помогает девочке при дифтерии и делает трахеостомию. Какие последствия после того, как тебе дырявят ножом горло? Пропадает ли голос? Как человек дышит? Ну, некоторые представления можно сделать по интервью Юлии Скрипаль, если вы их видели. Если нет, посмотрите. Ей вроде бы как тоже делали трахеостомию, по крайней мере, у нее этот шрам был достаточно виден. Зависит от того, как сделано. То есть, если она сделана по всем правилам, то потом это отверстие заживает и без особых проблем. Просто в сериале это очень жутко выглядит. Это выглядит очень жутко. На самом деле, да. И когда эта трубка находится у человека, когда он там дышит достаточно громко, то есть это выглядит страшно. А на самом деле, ну, и зарастает. Здесь очень хорошее кровоснабжение. А там, где хорошее кровоснабжение, там хорошее заживание. Да? То есть это заживление, прошу прощения. Вот, то есть это достаточно известная вещь. Поэтому, когда трубку убирают, потом это здесь зашивают, в общем-то, никаких особых проблем не встречается. И даже в то время уже, в общем-то, умели и правильно делать трахеостомию, и устранять ее последствия. Там еще очень хорошо показано, как зарождаются антисемитские настроения. Ой, да. Когда студент говорит профессору о том, что у каждой расы своя форма черепа, исходя из этого, дальше он делает вывод о немецкой расе, которая выше всех остальных рас в мире. Да. Что об этом на тот момент говорила антропология? И вообще, почему такие мысли приходили образованным людям и медикам в том числе? Ну, я первым делом направлю в сторону лекции Станислава Дробышевского и Егора Яковлева. Они отлично эту тему раскрыли. Станислав, соответственно, с точки зрения антропологии, а Егор как раз рассказал исторический контекст. И Клим Жуков, по-моему, еще об этом тоже упоминал, как все это развивалось. Но началось все с Фрэнсиса Гальтона. Это кузен всего-навсего Чарльза Дарвина.
Ему очень понравились опыты Менделя с горохом. И он сказал, ну смотрите, раз мы можем создать какие-то новые породы животных, новые сорта растений, а почему мы с человеком то же самое сделать не можем? Ведь по идее мы же можем подобрать такие пары, да, то есть здоровые, лишенные там каких-то отягощений наследственных, чтобы они, чтобы их поколение, да, то есть следующие за ними поколения, были здоровыми, одаренными интеллектуально, чтобы у нас не было низших классов, которые обременены различными проблемами и так далее. То есть мы можем создать совершенного человека. Почему нет? И в 1869 году вышла его книга «Наследственность таланта». Она стала невероятно популярной во всем мире, и в Германии в том числе, и она отлично легла вот на эту вот почву, да, которая уже была взрыхлена и колониальными завоеваниями, то есть нужно было каким-то образом оправдывать то, что вот белый человек может прийти куда-то и наводить там свои порядки. Почему? Потому что он высшая раса. Да, вот именно с этого начиная. Ну и в Германии, к сожалению, к тому времени уже действительно начинали такие проблемы появляться. Они выкристаллизовались уже потом, к 20-30 годам 20 века. И с приходом нацистов они уже просто стали огромной проблемой. Но вот, да, действительно показано на Эрлихе, у него действительно были гонения в его адрес. Не без этого было. И были студенты в то время, да, которые эти идеи принимали, ну, не то что на веру, да, они просто ставили ее как бы во главу угла. Понятно, что она была ошибочной. К сожалению, таких ошибочных теорий было слишком много. Да? Ну вот та же теория Вирхова о том, что инфекционные заболевания возникают внутри человека, она была тоже ошибочной. Потом какие еще? Витализм. Да, учение о жизненной силе, оно тоже в то время еще существовало, и тот же Луи Пастер был виталистом. Это не мешало ему быть великим ученым, но тем не менее у него были некоторые искажения. И так далее. То есть у всех этих людей были своеобразные, скажем так, отклонения от научного мировоззрения, ну, по крайней мере, с нашей сегодняшней точки зрения, а тогда они считали себя единственно правильными, потому что не было никакой доказательной медицины, не было ничего, то есть тогда был гнет давления, да, авторитетов, власть авторитетов, в том числе в медицине. Вот мы видим, к чему это могло приводить. Расскажите о больнице Шарите в настоящее время. Почему там постоянно вокруг него куча скандалов происходит? Ну, почему, это сказать сложно. Наверное, потому что это самая такая, одна из крупнейших все-таки клиник, с одной стороны. А с другой стороны, она всегда была как бы придворной. Да? То есть своеобразный такой у нее статус. И тут можно было бы, наверное, еще отмотать чуть-чуть назад, потому что все это где-то с времен нацистов. Да, началось все эти проблемы с Шарите, действительно. К сожалению, очень многие и врачи, и руководство Шарите, они приняли нацистские идеи, причем так вот абсолютно нормально, да, то есть да, все хорошо, все прекрасно. В один из не очень приятных дней в Шарите просто перестали пускать еврейских сотрудников. Просто вот перестали пускать, и всех одновременно... Сразу как бы... ссылка на 17 мгновений весны, да? Да, Да, совершенно верно. Очень быстро от них избавились, и многие бежали. То есть просто бежали из страны. Среди них был, например, Эрнст Чейни. Это лауреат Нобелевской премии 1945 года, который вместе с Говардом Флори, они сумели организовать промышленное производство пенициллина, открытого Флемингом. Вот эта троица, они получили Нобелевскую премию 1945 года за пенициллин. А, то есть это могла бы быть премия Шарите, как вы понимаете. Но, к сожалению, вот так получилось. Огромное количество экспериментов над военнопленными, над узниками концлагерей проводились в том числе в Шарите. И там был, например, такой известный достаточно акушер-гинеколог Вальтер Штокель. Он один из авторов идеи стерилизации. То, что людей, которые недостойны. По тем или иным причинам недостойны размножаться, их необходимо стерилизовать. И лично провел как минимум 50 стерилизаций, это точно, то есть это доказанных. Кроме того, отличилась психиатрическая клиника. Там было уничтожено около 70 тысяч пациентов с различными физическими и умственными недостатками.
Кроме того, проводились эксперименты на детях, их заражали туберкулезом и пытались найти какое-то лекарство новое и так далее. В общем, что творили, это кошмар и ужас. И если кому интересно, я опять же отсылаю к Егору Яковлеву, он отлично рассказывал об параллельных нюрнбергских процессах, которые шли в этом городе. Ведь мы знаем только основной трибунал, да, то есть то, что мы называем Нюрнбергским трибуналом, на самом деле это международный военный трибунал, и там было несколько заседаний. Самое крупное, да, вот с этими, с наиболее известными нацистскими преступниками, но были и другие. И вот медицинский тоже был процесс. Там было 23 обвиняемых, из которых большинство работали в Шарите. И из них 7 человек были оправданы, и потом продолжили свою карьеру, иногда даже в этой же клинике, иногда становились потом известными товарищами и так далее, и так далее. После того, как это все, к счастью, закончилось, да, вот это пятно с Шарите постепенно стало смываться, надо сказать, что здание Шарите, вот то самое, которое в 17 мгновениях весны, это реальное, настоящее здание. Просто почему при разделе Берлина Шарите осталось в Восточном Берлине? Она практически рядышком соседствовала с Берлинской стеной, но, тем не менее, она осталась в Восточном Берлине, поэтому все съемки, когда Штирлиц идет по саду, да, по парку, принадлежащему клинике Шарите, это реальная клиника, это реальный парк в Берлине. То есть это все нормально. Ее восстановили одной из первых. То есть там было выделено 800 рабочих на Шарите для того, чтобы вернуть ее в строй. Эту клинику, ну, она крупнейшая, да, и, соответственно, чтобы она начала работать по своему профилю, советские власти сделали максимум, да, то есть вложили туда и средства, и силы, и все остальное. И уже к концу 45-го года, к началу 46-го, Шарите снова распахнула двери для пациентов. Затем ее стали расширять постепенно. И с 1977 по 1982 год на Луизенштрассе построили вот это теперь уже знаменитое 21-этажное здание. Да, вот оно везде, на всех фотографиях, на всех съемках. Вот. А я специально надел значок «Дети ГСВГ», да, потому что я в это время там был. То есть в качестве ребенка я учился в школе номер 7 в Бранденбурге на Хафеле, это совсем рядом с Берлином. И нас в итоге возили на экскурсии неоднократно. И вот в 79 году, на экскурсии, я помню, как сейчас, нам показывали издалека вот эту строящуюся высотку. Для Берлина это было небоскребом тогда. Выше, наверное, только Берлинская телебашня была. Да, производило впечатление, действительно. И тогда рассказывали, что это будет крупнейшим центром в ГДР и вообще, в принципе, в Восточной Европе. Так и случилось, действительно. Mm-hmm. Это была крупнейшая клиника создана. Там много чего действительно проводилось интересного, но в Западном Берлине, как вы понимаете, там не осталось кампусов Шарите, там создали свои, как бы, свое Шарите, не будем уточнять с чем, но относящиеся к свободному университету Берлина. Да? То есть университет Берлина разделился как бы на две части. В ГДР остался университет Гумбольдта, а в ФРГ остался, ну точнее в Западном Берлине, остался свободный университет Берлина. И у него появились собственные клинические базы. Когда Германии объединились, естественно, всю эту Берлинскую стену убрали, у Шарите получилось 4 кампуса. То есть и сейчас у них тоже есть 4 кампуса. То есть 4 точки, где расположены вот эти клинические базы. А где там находится отделение токсикологии? А его там нет. Да. Ну, давайте мы сейчас все-таки немножечко продолжим. Значит, когда клиники, вернее, Шарите воссоединилась, по примеру 30-х годов, очень быстро избавились от всех ГДРовских и профессоров, и руководителей. То есть просто так. От всех. Пошли нафиг. Да, почти никого не осталось. Поменяли руководство, все это поменяли. Вот. Ну и сегодня, да, это действительно гигантское учреждение, гигантское. И исследовательская, научно-исследовательская, и университетская клиника крупнейшая, в принципе, одна из крупнейших. Там несколько сот профессоров, несколько тысяч коек и так далее. То есть, да, действительно, вещь известная, с одной стороны. А с другой стороны, она почему-то, да, действительно регулярно оказывалась в центре самых различных скандалов. Там достаточно вспомнить там и отравление Ющенко, например, тоже там Шарите имела очень нехороший вид в этом смысле. И прочие истории, и вот последнюю историю тоже самое с берлинским пациентом, хотя нет. Вот. Это все-таки название, оно занято в медицине, да, за человеком, который избавился от ВИЧ. Берлинский пациент, он так называется, поэтому, ну, понятно, да, что мы лучше не будем употреблять это словосочетание. А
С Алексеем Навальным, да, получилась достаточно интересная вещь. Причем, ну, меня не просили как бы об этом не рассказывать, поэтому я могу, думаю, рассказать. Мы знакомы с Ярославом Ашихмяным, он достаточно плотно, опять же, знаком и с семьей Навальных, неоднократно помогал им по различным медицинским вопросам. И вот когда все это случилось, он мне позвонил и спрашивает: «Токсикология где хорошая в Германии?» Ганновер. Почему Ганновер? Потому что там находятся как минимум два ведущих немецких токсикологических учреждения, отдельный институт токсикологии и еще очень неплохие клиники в университете в местном. Он сказал: да, действительно, мне, говорит, уже двое специалистов тоже назвали Ганновер, ну, значит, наверное, надо везти в Ганновер. В результате Навальный оказывается в Шарите, где, во-первых, нет токсикологического отделения, в принципе, нет вообще. Если вы поищете на ее сайте, на официальном сайте клиники, то вы найдете токсикологию в фарм-исследованиях. То есть это острая токсикология в доклинических исследованиях на экспериментальных животных. Когда мы изучаем молекулу кандидат, то мы должны, естественно, определять, она токсична для живого организма или нет. И вот там есть вот этот раздел, который занимается именно клиническими исследованиями. Но оно никакого отношения к клинической токсикологии нет. Это еще не все. Там уже несколько лет нет даже магистратуры по токсикологии. То есть раньше там была магистратура Берлинского университета по токсикологии. Несколько лет там уже нет ее. Она закрыта, нет набора. Ну, а смысл? Потому что в Ганновере все. Понятно. Туда надо ехать, то там все хорошо, так сказать, там есть специалисты, есть прочие. То есть если сравнивать вот с нашими реалиями, например, то это как повезти в Москву в ЦКБ вместо того, чтобы повезти в Питер. Потому что в Питере и военно-медицинская академия, и кафедра, и клиника токсикологии, и НИИ военной токсикологии, и НИИ военной медицины. То есть там вот это можно было бы решить все на месте. Но здесь, как видите, несмотря на советы трех токсикологов, независимых, как я понимаю, была все-таки выбрана Шарите, ну, видимо, по каким-то другим соображениям, потому что действительно там все, вот если вспомнить, кто там лечился, да, то все выдающиеся личности последних лет, там и Ельцин был, и Горбачев, и там, я не помню, кого-то возили ли туда Тэтчер, не помню, уже боюсь соврать. Но вот достаточно такая Меркель, большая... Меркель, я знаю, там лечилась. Ну, это естественно, это само собой. Поэтому говорю, что это в основном такая придворная клиника, наверное. Но, хотя у нее есть огромный потенциал, именно научный, исследовательский, не без этого, но политика очень сильно этому делу мешает. И... Где вы тогда лечили, если там нет этого отделения? Ну, видимо, в реанимации, видимо, приглашали отдельно токсикологов, не знаю. То есть я не понимаю, зачем это было сделано, но это как бы уже не наши проблемы. Вопрос еще в том, что, как я уже сказал, каждые 100 лет у Шарите возникают проблемы. В этот раз у них тоже были проблемы в конце 20 века с управляющим фондом, который управляет этими клиниками, в принципе, всеми, которые существуют. Там тоже были претензии по организации труда медиков, по недостаточной оплате, по, так сказать, не соответствую требованиям, прочему-прочему. Ну, то есть каждые 100 лет у Шарите начинаются проблемы. Это же карма проблемы. У них, видимо, такая. Да, это традиция, я бы сказал, традиция, они ее соблюдают. Но каждый раз клиника выходит из этого возрожденной, реформированной. И, надеюсь, в этот раз будет все то же самое. Потому что, да, действительно, ну, скажем так, учреждение знаковое, учреждение заслуженное, без каких-либо преувеличений. Спасибо вам большое, Алексей. Было очень интересно, как всегда. Да. Всего хорошего. Да, до свидания. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.